Всем привет, меня зовут Саша, я не видеоблогер, просто мы с женой решили продать ее машину, Toyota Yaris, и вспоминая, как мы ее покупали год назад на Авито, я решил записать видео, потому что из всех возможных вариантов в бюджете нашем 300 тысяч рублей, который был на тот момент, мы нашли только этот вариант с реальным продавцом. То есть остальные по городу Санкт-Петербургу варианты Toyota Yaris все оказались перекупами. Машина у нас зарегистрирована, стоит на учете, никаких проблем с документами нет, технически она обслужена. Мы решили ее продать в связи со сменой работы жены, то, что ей больше не приходится ездить на машине, и решили вложить эти деньги в какое-то более полезное дело. Но за этот год ее эксплуатации у нее случилось два легких ДТП. Первый косметический косяк. Вмятина заднее крыло. Царапина дверь. Это у нас Mercedes S-класс, выезд с парковки. Mercedes S-класс вообще в хламину просто. Ничего от нее не осталось. Косметика номер два. Передний бампер. Передний бампер. Это куски Range Rover. Все, что от него осталось буквально. Как видите, Ярис абсолютно цел. Здесь замялось переднее крыло чуть-чуть. И водительская дверь. Тоже немножко жука. Четыре элемента. И получается в районе 30-40 тысяч рублей этот ремонт. Можно приехать, все посмотреть, пощупать. И еще про машину вкратце расскажу. Подвеска вся сделана, везде все работает. Коробка механическая, робот. Полностью автоматический режим мне лично не нравится, потому что он соображает достаточно медленно, но это не косяк именно этого автомобиля, а в принципе такая коробка у Ярисов. Японская машина европейской сборки 2007 года. Все сделано хорошо, надежно, и я бы не сказал, что что-то тут есть такое криминальное, колхозное и так далее. То есть все во всем остальном машина отлично эксплуатируется, так что приезжайте, смотрите и все остальное. Всем мир.